Приветствую еще раз. Сейчас я покажу один очень хороший инструмент, который вы можете установить на браузер Google Chrome. Называется он автохакер. Вот, допустим, да, я вам сейчас покажу разницу. Допустим, вот какой-то автомобиль вы видите. Пускай это будет тоже на капорт. Так, сейчас мы зайдем. Так, окей, почему не открывается? А вот так. У меня идет запись, возможно, что-то подтормаживает, да? Окей. А, допустим, есть какой-то автомобиль. Audi. Мы просто сейчас я покажу разницу. Вот, допустим, у вас есть... Ну, если вы зарегистрированы, вы увидите VIN-номер, да? Вы увидите, ну, в некоторых случаях, что есть надпись «Продавец», да, кто? Здесь я уже зарегистрирован, VIN-номер, окей, все это есть. Сейчас я подключу автохакер. Так... Окей, он у меня загрузился, что ли? А, вот, окей, да, он уже работает. Он уже работает. И на этой странице, сейчас, секундочку. Так, вот здесь вот, смотрите, ничего, информации дополнительной нет. Я подключаю здесь автохакер, перезагрузить. Да, вы можете настроить так, чтобы он у вас автоматически загружался. Ну, окей, VIN-номер, оказывается, не показывает, но когда вы зарегистрированы, когда вы зашли, залогинились, окей, там все будет видно. Вот есть цена подержанного автомобиля, это цена в США. Сколько стоит автомобиль в, не в таком состоянии, но с таким пробегом такого года, сколько он стоил бы в Америке. Вот стоимость ремонта он может показать вам, да. И вот здесь часто выходит ориентировочная стоимость. И очень часто здесь показывают скрытых продавцов, да, какие-то маленькие компании, да, это все можно будет здесь увидеть. Так, здесь есть вот калькулятор, кстати, вы можете по этому калькулятору тоже примерно ориентироваться, по какой цене будет стоимость автомобиля, конечная стоимость вместе с аукционными сборами. Но я его не проверял, у меня аукцион сам выставляет это все. Я так ориентируюсь, примерно там, ну, грубо 10% от стоимости мы где-то платим. 10-15, в зависимости от того, за сколько автомобиль мы покупаем. Но приложение очень хорошее. Еще раз, называется он «Автохакер». Я вам сейчас отправлю ссылочку на него. Так. Так, все. Это все, что я хотел сказать. Я думаю, вам это будет полезно.